Наряды для женщины – вопрос особый и волнующий. Новое платье – как новая страница книги. Особенно приятно, если эту книгу пишет сама женщина. Актриса Самарского академического театра драмы Надежда Попова. Блистать красивыми платьями привыкла не только на сцене, но и в жизни. Сама себе мастерица, дизайнер и портниха. Мне же приятно, когда я одеваю какую-то из своих, допустим, нарядов, да, сама сделала. Я смотрю на реакцию, естественно, людей. Я никому не говорю о том, что... А потом, когда разговор заходит о том, что я сама это сделала, люди удивляются, и это самое приятное. Исконно женской проблемой шкаф ломится, а надеть нечего, Надежда не страдает. Уверена, что если вещь хорошая, но уже надоела, выбрасывать ее не стоит. Фантазия и руки из нужного места помогут обновкой обзавестись и сэкономить. Это моя юбка бывшая. Вот. Мне настолько понравилась эта клетка, она уже... Так, лет 10, наверное, эту юбку назад у меня появилась, и вот я ее носила, но мне так жалко было с ней расставаться, и я думаю, вот что-то надо придумать, ребята, что-то надо придумать. Вот, и долго искала вот именно подходящую ткань для верха, нашла, скомпоновала, и я очень люблю это платье. С юбкой я не рассталась, как пообещала, так и сделала. Работа, семья, хобби – все это занимает практически 100% времени, а иногда, признается Надежда, хочется просто отдохнуть, почитать книгу или банально выспаться. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.